23 января. года 10:18 утра. Нахожусь возле шахтерского собеса. Флага российский и ДНР. Вон табличка собес. Не сорить, не курить, не распивать спиртные напитки. То есть некоторые умудряются и это делать, судя по всему. Идут собес и пьют. Ох, у наш народ. Вот две какие-то кучи, каких-то карточек висит, непонятно с чем. Вроде как собес, да, но что-то я как-то... А, нет, есть пандус, есть для инвалидов. Но он вроде как узковатый, ну ладно. Он есть, это уже хорошо. Урна для мусоров. Ноги чистят, тоже урна для курильщиков. Написано, не курить. И вот эта урна, она, по-моему, для курильщиков, для бычков, ну, она же такая маленькая. В общем, странно, сам себе противоречит. Не курите, тут же для курящих есть урны. И видите, уже снежок упал за ночь. Еще позавчера снега не было. Была голая земля, абсолютно голая. Без снега. И тут, смотрите, сколько напало. Капец, вон на машине, вон. На стекле. Да. Какой-то бус рядом стоит. Чем мы там стоим, кстати? Потому что нужен этот. Нужна моя подпись. Вот, нужна какая-то девушка с маленьким ребенком. Наверное, за соцпомощью какой-то. Какой-то. Так вот, чем мы тут стоим? Потому что нужна моя подпись. О! Чтобы... Ну, там на какой-то бумаге, которую должны дать, типа, властям, что я жив, я здоров. Что я жив, что... я существую, что я там никуда не делся, не уехал, что мне нужна пенсия. В общем, такая бюрократия. Я тут чисто из-за бюрократов, из-за бюрократии. Я должен доказать правительству ДНР, что я еще живой и что мне надо платить пенсию. То есть, само он в этом убедиться не может. Там приехать ко мне домой, увидеть меня или там проверить данные, там, есть ли запись о смерти или нет. Нет, я должен, как быдло, приехать к царям на поклон, сказать: цари, вот я живой, дайте мне пенсию, пожалуйста. Блять, какой же это бред. Я надеюсь, за границей где-то такого нет. В Европе, там, западной, в Америке, я надеюсь, такого бреда нет. Но тут ДНР это просто бредятина. Ехать инвалиду и доказывать, что он инвалид и что он живой. То есть две вещи. Что он инвалид и что он живой. Блядь, вы что, ебанутые, блядь. Сука, это хорошо, что у меня есть родители. У меня есть кому отвезти. А как быть тем, у кого нет родителей? Как быть тем, кому некого... у кого нет тех, кто бы его отвез, а он сам не может добраться до собеса. Как этим людям быть? Это же жесть. Сука, как государство ДНР издевается над своими гражданами. Просто жесть. Просто как быдло какому-то относится к людям тут, заставляя их доказывать, что они живы, что они инвалиды. Нет, сука, я родился инвалидом, и вдруг случайным образом я исцелился. Я исцелился, и я уже не инвалид. Ой, капец, просто какой-то дурдом. Дурдом? Снял бы что-нибудь больше, да что тут? С окна особо снимешь. Вот такой видок.
Это не совсем город Шахтерск. Это немножко, я бы сказал, за центром города. Поэтому тут частный сектор. Больше частные дома. Вот. Это, можно сказать, старая часть города. То есть в начале весь город такой и был. Точнее, нет. Город Шахтерск, он же состоит из нескольких сел. Изначально вместо города Шахтерск тут было несколько сел. Я не знаю, не буду врать, не знаю, как они назывались, какие у них были названия. Но знаю, что было несколько сел. Вот. Эти села разрастали, расширялись. И постепенно эти два там или три села уже слились, можно сказать, одно какое-то поселение, вот. И государство решило эти села переименовать официально в город, дали этому городу название Шахтерск, потому что тут в этих селах жило много шахтеров, и люди жили в основном за счет шахт, вот. И стали строить, назначили все как положено, там, управление города начали строить, государственные дома для госслужащих в этом городе, официально там почта, там банки, там прочая хрень. Вот. Но вот если походить по городу, то можно увидеть старые части города, именно те части, из которых город состоял раньше. То есть раньше это было несколько сел, и в каждом селе были, там, как говорится, свои там здания, мэрии или там кого-то, свой банк, там, своя почта. А потом это все объединили в одно. Да, наверное, больше нечего рассказать, показать. Сделаю еще вложик с рынка. Чуть позже мы собираемся на рынок, вот. Поэтому сделаю вложик с центрального рынка, куда мы заедем. А пока что завершаю запись. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.